Хочу прогуляться по моим любимым местам. Это Газпром, площадь Свободы и парк Шевченко. А вот я нахожусь на Газпроме. Кстати, интересный факт. Во время немецкой оккупации, во время Второй мировой войны, здесь спрятались обезьяны, сбежавшие из зоопарка. Вот интересно, на Ютубе много ли харьковских блогеров есть? Если знаете таких, напишите в комментариях. Очень интересно на них посмотреть. И вообще, мне кажется, ну я даже и не знаю таких, кроме меня. Вот я уже и в парке Шевченко. У нас сделали тут новые локации, скажем так. Сейчас покажу. А это, оказывается, обсерватория. Здесь смотрят за звездами. А сейчас я вам покажу свою любимую локацию. Это мозаика девушки-цыганки. Оригинал находится в Турции. Наконец-то я пришла к фонтану. Обожаю. По-моему, очень классная идея сделать такие горшки и посадить в них деревья. А сейчас здесь, кажется, кто-то будет выступать. Интересно посмотреть. Мне вот эта последняя локация очень понравилась. Вот такая выдалась прогулка. На самом-то деле очень интересная. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки. И, конечно, подписывайтесь. Дальше будет интереснее. Пока-пока!